Москва предъявила Варшаве требование. Министерство иностранных дел России после нападения на российского посла потребовало от Польши немедленно организовать возложение цветов к мавзолею в Варшаве, обеспечив безопасность церемонии. Об этом сообщает МИД России. В распространенном для СМИ релизе ведомства говорится, что в связи с нападением на российского посла в Польше выражен решительный протест. МИД потребовал от польской стороны немедленно организовать церемонию возложения венка к мавзолею советских воинов в Варшаве. В министерстве также потребовали обеспечить полную безопасность церемонии от провокаций. В МИДе заявили, что намерены добиться ее проведения сегодня же. В МИД России прокомментировали нападение на посла России в Польше. Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо, и оно кровавое, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отметим, в Варшаве в ходе возложения венка на кладбище советских воинов совершено нападение на посла России в Польше Сергея Андреева и сопровождавших его российских дипломатов.